Между тем, жители поселка Уснера также столкнулись с водной проблемой. Правда, не в водоемах, а в своих домах. С мая в адрес Роспотребнадзора начали поступать жалобы от населения. Они касались низкого качества холодного водоснабжения. Подробности у наших корреспондентов. Уже не один год жители райцентра пьют вот такую грязную воду. Как сообщает Роспотребнадзор Аймеконского района, холодная вода не отвечает гигиеническим нормам и по цвету, и по мутности. Такую пьем. Назначен отбор проб питьевой воды с целью установления соответствия качества подаваемой воды требованиям санитарных правил и норм. Из представленных протоколов лабораторных исследований следует, что качество воды, поставляемой жителям поселка Уснера, не соответствует по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Мы побывали на водозаборе, откуда поступает холодная вода в поселок. Водозабор был построен еще во времена Советского Союза в 1949 году. В данный момент каптажная галерея, откуда вода поступает через природный настил, давным-давно обрушена. Это значит, что вода подается прямо из реки Индигирка. То есть нарушен естественный природный фильтр. Но сегодня часть воды поступает просто, скорее всего, напрямую. Поставим фильтра в этом году, также промоем сети. Ну и работаем с Роспотребнадзором, который контролирует нашу воду. Дают нам цифры, ну и задания по повышению хлорирования и так далее. На водозаборе насосные двигатели работают непрерывно. Переключаются насосы при изменении уровня воды, но уровень воды реки Индигирка часто поднимается. Поступившая потребителям вода в лучшем случае имеет вот такой вот цвет. Когда постоит, прям такой вот осадок, вот такой налет остается. У меня трое детей, этой водой мне приходится их и мыть, и стирать. И готовить, ну, приходится, чтобы готовить детям, компоты варить, приходится покупать воду. У природы нет плохой погоды. По прогнозу синоптиков, в эти выходные ожидаются дожди. Это значит, что река Индигирка, уровень воды поднимется, и вот такая вот мутная загрязненная вода прямо поступит в поселок Уснера. Артур Старостин, Светлана Поцелуева, НВК Саха, Аймеконский район.